Wake up, wake up, come on, go eating. Так, сегодня не густо. Такой вот сегодня у нас обед. Два ведерка, по-другому это не назвать. Блин, не взять никак. Вот такая вот эта штука. А это куриные лапки. Это что-то божественное. Макароны просто божественные. Да, они еще морепродукты тоже разные туда кладут в рис. Постоянно, причем разные. Вот сейчас больше тут крабовых палочек. Новый день, новая еда. Что у нас интересно сегодня? Шаолей. Так, сегодня не густо. Это утка, это говядина, это капуста, а это я не знаю, что такое, картошка, наверное. Как сказала Шаолей, она же Белла, это для меня, это Кевик Дрянц, это для нее. В общем, это оказалась полусырая картошка, но очень вкусно, со специями, с перчиком, а это острая цветная капуста. Объедение. Что сегодня у нас? Такой вот сегодня у нас обед. Два ведерка, по-другому это не назвать, очень большие емкости. А, супчик какой-то, бульон, скорее всего говяжий. И вот эта вот очень вкусная штука, как чай, желе, непонятно что. Но на вкус первое, сначала, когда ты пробуешь, на вкус как сопли, а потом... wake up, come on, go eating. Итак, сегодня у меня рис с яйцом. Выглядит очень вкусный запах. А у Беллы сегодня рис с говядиной. Как плов, можно сказать. Так, плов. Мяу. Приятного аппетита мне. Было божественно. Я реально наелся. Вот так она выглядит, эта штука. Такое вот желе. На вкус как чай из желе. Некоторые бывают сладенькие. Но вот этот, я думаю, вряд ли сладенький. Блин, не взять никак. Это вот такая вот эта штука. Что у нас сегодня на ужин? Так, Белла заказала такую штуку. Что у нас тут? It's for me, and this for me. Okay. It's for you. Okay. For me, noodles and what is it? Fish? Здесь вот такая рыба. Это выглядит очень вкусно. А это куриные лапки. Тагер, отстань. Куриные лапки. Do you like it? You like it. Приятного аппетита нам. Откусил кусочек рыбки. Это что-то божественное. Макароны интересные. Какие-то странные, только, по-моему, это не рисовые макароны, непонятно какие. С яйцом и овощами очень вкусно. Так, сегодня у нас it's beef. Говядина, макароны с говядиной и макароны с морепродуктами. Макароны просто божественные. Новый заказ. Два заказа в этот раз. У Беллы курица. Вот, кстати, обратите внимание, специальные перчаточки дают. Вместе с заказом привозят. Очень плохо для экологии, но для санитарии неплохо. А у меня в этот раз перепелиные яйца, но они какие-то странные, сейчас буду смотреть. Потом опять вот это желе, я так понимаю, Белла это для себя заказала. Тагер, нельзя. И моя любимая рис с морепродуктами, что-то я вообще подсел на это, это очень вкусно. Да, они еще морепродукты тоже разные туда кладут в рис, постоянно причем разные. Вот сейчас больше тут крабовых палочек.
Нет, это оказались обычные перепелиные яички, просто немножечко раздавили. Сейчас я буду их чистить и кушать. Яички готовы, и приятного аппетита мне. Шаолей. Мяу.